наша. Сегодня наша команда преодолела очередной этап. Этап был сложным, около 300 километров. К сожалению, нам не удалось улучшить наши результаты. Были задержки. Каменистая опять трасса. Каменистая трасса не наш конек. И плюс еще потеря времени. Дело в том, что опять порвали колесо, поменяли. И когда уже тронулись, запасное колесо, которое было порвано, оно загорелось. И пришлось тушить. Пожар, потеря времени. При всех сложностях команда «Астана» выступает достойно. Мы в десятке. Хороший результат.